Последние 6 месяцев было задержано 28 патрульных инспекторов, которые брали взятку. 17 дел были направлены в суд, остальные все еще находятся на этапе расследования. Удивительно, что во всех случаях есть видео доказательства факта коррупции, но реальное наказание пока понес всего один сотрудник инспектората патрулирования. Его оштрафовали на 55 тысяч леев и на 3 года запретили занимать ряд функций, передает kp.md. Некоторые сотрудники полиции и вовсе находятся на свободе, потому что размер взятки оказался малозначительным. По закону максимальное наказание за коррупцию – это лишение свободы на срок до 10 лет. Но в отношении сотрудников правоохранительных органов оно, видимо, не работает.